Лиса подряпанная. И волк подряпанный. Говорит, ребята, ну кто как зиму провел? Ты что всю зиму делал? Поначалу было... Что ты мне подмигиваешь? По две курочки тягал в недельку. Спал, сучар. И класс. А потом их считать стали. Где хвост? Не достает. Где? И меня как выловили, как дали пизков. Ну а ты что, наверное, лапу сосал в берлоге всю зиму? Нет, говорит. Я на стройке работаю. Ты что ты там бегал, а? А там молдавана, говорит, да хуй. А кто их считает? Кто их считает?